В предыдущих сериях Шерлок вместе с доктором Ватсоном раскрывают, что злодей, который украл ровно больше миллиона баксов, находится у них в ванне. Генитальный сыщик и его протеже чуть не погибают от взрыва Феромира. Казалось бы, все, дело раскрыто, злодей пойман, хоть и по частям, но не все так просто, потому что... Короче, зацени лучше сам две предыдущие серии. Что же ждет наших героев дальше? Мне уже не втерпешь узнать их невероятные приключения. Смотрите все, Шерлок, третья серия, реинкарнация. Ватсон! Ватсон! Холмс, почему вы в таком виде? Чем вам, Ватсон, не угодила моя засаленная одежда, в которую я хожу вот уже пару месяцев? Да тем, что она грязная. Я знаю. Вы ходите в ней уже пару месяцев. Я знаю. А на трусах образовалась большая дырка, и ваш петушок постоянно выглядывает. Я знаю. Эх, ладно. На ваше счастье, Ватсон, я заказал новую одежду с сайта всемайки.ру. А компания «Всемайки» — это то место, где вы сможете подобрать одежду с принтами на любой вкус, интерес и повод, Ватсон. И что же вы заказали, Холмс? Я заказал себе толстовку со своим любимым персонажем. Доктором Ватсоном? Нет, огурчиком Риком. Просто обожаю его. Выбирайте остроумные или злободневные надписи, шуточные рисунки или изображения любимого героя фильма. Холмс, это просто невероятно. Но и это еще не все, Ватсон. О, господи! Если вы хотите индивидуальный дизайн, то это тоже возможно. На сайте есть удобный и простой конструктор, где вы сможете создать товар с собственным изображением. А куда вы смотрите, Холмс? Так что толстовочка просто класс. Сидит отменно, я доволен как слон. А принт очень крутой и яркий. Так, Холмс, а штаны вы случайно не заказали? Нет, но это не беда. Сейчас же закажу их. А по промкоду Батитус я еще и получу скидочку в 10%. Заказывайте вместе со мной, Ватсон. Все ссылочки в описании. Где? Ой, да заткнитесь уже, Ватсон. И лучше принесите мне немного опиума. Я вам не служанка, Холмс. Тогда почему в вашем шкафчике, Ватсон, лежит костюм горничной? Этот вопрос касается только меня и мисс Хадсон. Ого! Ну вы и жеребец, Ватсон. Но... Играете с ней в ролевые игры? Бывает. Я, конечно, не одобряю вашу страсть переодеваться в горничную, но кто я такой, чтобы судить трансов? Как вы? То есть, что вы городите, Холмс? Я не транс. Хотите узнать, как я об этом и догадался, Ватсон? О, нет, только не это. Элементарно! Вы постоянно почесываете плечи, потому что там, скорее всего, лямки от лифчика. Вы всегда вытираете руки от пиджак, будто на вас передник. Вы обожаете все вычищать и перемывать по 10 раз в день. Даже в данный момент вы протираете стакан. Упс. Бля! Ну и самое главное, улика. Я видел, как вы чистили в костюме горничной ковер. Это было всего один раз. Но вы в тот момент напевали песенку. Дайте-ка вспомнить. Я маленькая горничная трансвестит. Отполирую ручками, что заблестит. Не помню такой песни. А потом зашла мисс Хадсон в латексе и с плеткой в руке. И я предпочел ретироваться. Оказалось бы, такая милая старушка. Шерлок. Мне кажется, мы что-то забыли. Не может быть, Ватсон! Мой ультрамощный мозг ничего не забывает! Тогда что сейчас идет по телевизору? У нас есть телек! А это разве не тот злодей, которого мы собирались найти? Ебать! Сиранхелия! Это ж тот злодей, которого мы собирались найти! Шерлок!
Прошел целый год с того дела про Афиромира. Царство ему небесное! А вы так и не брались за него? Ну, я хотел заняться этим делом, но потом залип в мемасы. Как безответственно, Шерлок. Люди ведь ждут продолжения дела. Ватсон, я вас прошу, не читайте мне нотации. Лучше почитайте мемчики, там такая ржака. Шерлок! Все-все понял. Да, мы проебались, Ватсон. Это вы Шерлок. Мы забили на дело о Тиранхелии. Это вы забили. Да, мы весь год курили опиум и упарывались тяжелой наркотой. Шерлок, это вы упарывались. Однажды мы упоролись настолько, что в полуоборочном состоянии водили угнанную машину, задавили шлюху и закопали ее на заднем дворе. А, да, действительно, было такое, да. За этот год мы раскрыли 134 дела. Три. 133 дела. Просто три. Серьезно? Сука. Ну ладно, три дела. Но зато какие! Если бы про нас снимали сериал, то каждому из дел можно было бы посвятить отдельную серию. Настолько там было все эпично и захватывающе. А на главной роли поставили бы Мартина Фримена и Бенедикта Крамбербэтча. Взять хоть, к примеру, дело про высокие подвороты. Парня просто избили за высокие подвороты. Что там эпичного? А разве вам не показалось странным, что подвороты на его джинсах были до пупка? Сейчас просто мода такая. Ну хорошо. Расследование про 15-й год и картавого преступника. Вот это было мега эпично. Даже в жар бросило от нахлынувших воспоминаний. А можно воды? Можно воды! Можно воды! Можно воды! Можно воды! Можно воды! А помните дело про поражение дизастера в батле? Тот все никак не мог понять, что выиграл от проигрыша, но все-таки весело грустил после него. Че-то я не понял. Это был оксюморон, Ватсон. Холмс, но что же нам теперь делать? Ведь прошел целый год. Но это все равно лучше, чем по три года ждать сериал с Крамбербэтчем. Уху, я выговорил это с первого раза. А что с Тиранхелией? Это единственное существо, против которого я бессилен, Ватсон. Оно не поддается никакой логике. Хай-хой! В один момент он срет на окраине поместья сэра Генри. Хай-жопа! А в другой насилует охранника лондонского Тауэра. Хай-пизда! Я гонялся за Тиранхелией 3 года, но так и не смог ее поймать. Мое ебливое очко несут смерть. Последний раз я видел его в Амстердаме. Оно грабило магазин с лакричными конфетами. Но зачем? Да хуй его знает. Что ж, перед нами стоит непростая задача. Нужно нарыть информацию о нем. Нужно думать, как он. Делать то, что он делает. Влезть в его шкуру. Что? Что вы делаете, Холмс? Я начну мастурбировать на обои, Ватсон. А вы начинаете кружиться с гандонами. Холмс, может быть, есть более легкий способ добычи информации? Библиотека! Ватсон, вы гений! Нет, Холмс, на дворе 21 век, 2018 год. Что это означает? Что скоро будут честные выборы? А, я понял. Это тоже оксюморон? Нет, Ватсон, это Путин. Так о чем мы? Интернет! Я предлагаю поискать информацию о Тиранхелии в интернете. Да? Неужели там можно что-то найти, кроме порно с тюленями и реакций? Конечно, можно. Погодите, я еще не закончил этот панч. Или реакций на порно с тюленями. Так себе. Как и наряд горничной на вас. Шерлок. Хорошо, хорошо. К компьютеру. A few moments later. Ну что, Ватсон? Да ищу. Так, тюлени в купальниках, тюлени без купальников, купальники на фоне плавающих тюленей. Не может этого быть! Что вы делаете, Холмс? Записываю реакцию. А, вот, нашел. Тиранхелия. Так, опасный преступник мастурбирует тюленю. Стоп!
У меня есть все сведения, чтобы поймать его. Шерлок? Хотите знать, как я это сделал, Ватсон? Шерлок? Элементарно! Шерлок, Сиренхелию уже поймали. Блять! Тюлень оказался копом под прикрытием, так что после оргазма он скрутил преступника. Есть даже реакция на это. Давайте-ка посмотрим. А вы с вами Юлик и знаете что? Знаете что? Хуй во что. Кто-то просто хочет ебаться. Ну кто бы сомневался. Так что Сиренхелия закончит свои дни в психлечебнице. Черт, а я ведь был вот буквально вот, вот настолько, чтобы его схватить. На пол шишечки. Но, Холмс, вы ведь могли поймать его в течение года, но не сделали этого. У меня, Ватсон, были дела посерьезнее. Что же, например? Реакции! Да дайте его сюда. Хватит этой чуши. Эх, вы правы, Ватсон. Все это время я занимался херней, а мог бы делать действительно важные дела. Например, ловить преступников, а вместо этого... Я съездил в Таиланд, где я пытался дедуктивным методом выяснить, кто из девушек гермафродит. Да, это определенно гермафродит. И я никчемный, Ватсон! Холмс, из всех моих знакомых вы самый умный человек. Честно? Конечно. Правда, у меня всего 3 знакомых. Это вы, мисс Хадсон и бомж Валера. Мне это льстит, Ватсон. Но, похоже, тут мы проиграли. Сиренхелия пойман. А обычных преступников мне ловить неинтересно. Холмс, свежая новость из интернета. Убив засосами 5 сотрудников, Сиренхелия сбежал из психбольницы. Да! Ой, то есть... О, нет! Как же это плохо! Также преступник прихватил из лечебницы нескольких опасных психов. Эльдара Богунова, Андрея Петрова и еще парочку ноунеймов. Этот синдикат уже отпраздновал свой побег, изнасиловав тюленей в свитшотах. Есть даже видео. Я любила твой хуй морковкой! Как же это противно! Меня тошнит! Коля! Ватсон! Вы хоть понимаете, как это здорово? Нет, Холмс. Теперь у нас есть предназначение. Мы поймаем этих психов во что бы то ни стало! Поздравляю вас, Холмс! Мы отловим каждого фрика! Пусть хоть на это уйдет целый сезон! А, как плохо! И в каждой серии мы будем их ловить благодаря моему блестящему уму! Нас ждет просто море приключений! С неожиданными поворотами, завязками и развязками! В поисках правды мы перелопатим просто тонны говна! Шаг за шагом, но мы будем двигаться к заветной цели. Даже если двигаться придется через канализацию. Все эти отходы, все эти мертвые и гниющие тела не остановят нас. А может быть дома лучше посидим? Нас ничто не остановит. Даже если вам, Ватсон, придется взбираться на гору немытых членов тюленей. Только не тюлени. Это новая глава в нашей жизни, Ватсон. Это новая глава и новые приключения. Приключения Шерлока Холмса и транса Ватсона. Я не транс, я доктор. К приключениям!